все остальное запишите. Кона. Рени. Туалетная бумага. А это что за пилюли? А у меня отсюда. А ты не отсюда. А что это? А что вам? Диклофенак. Это лекарство. Я не дурак, я вижу, что это лекарство. От чего? Для чего оно? От поноса, там, от желудка, от головы. Ну, хотите от поноса. Не, мне не надо хотите. Не надо мне одолжение. Я конкретно спрашиваю, от чего это лекарство. Ну, это от спины лекарство. Диклофенак? От спины? Ладно. Сторонку уберите пока. В смысле сторонку? Ну, сюда вот уберите. Ага. А сиденье поднимается у вас? Нет. Не поднимается, да? А сидушка опускается? Опускается. Вот это сиденье не подоконник? Под спиной, как я правильно. Все, поднимемся. Это убираем? Да, да, да. Интернет работает? А? Интернет работает у вас? Интернет нет. Откуда здесь? У вас есть, может, перечень запрещенных лекарств? Или что такое перечень? Перечня нет. Я конкретно вот по этому лекарству от спины я спрошу сейчас. Выйду на начальство, узнаю. А, ну давайте, давайте, давайте. Конкретно на начальство. Камеру выключите на телефоне? Почему? Потому. А вам нечего бояться. Вы исполняете Вы исполняете свой служебный долг, вам нечего бояться, правильно? Я ничего не боюсь. Съемка разрешена. Где? По законам Российской Федерации съемка разрешена. Идемте тогда, пожалуйста, снимайте, закрывайте машину. Идемте к старшему. Вы превышаете свои служебные полномочия.